И вот потом судья велел открыть мешок. И он открыл свой мешок, и там был один лимон. И он бросил мешок на землю перед злодеем. И ушел. Вы выиграли, не утопится. Гриб говорит, что царевна топится. Гриб сказал, что царевна не утопилась, а вознеслась. Я передумала умирать. Вот. Я осталась жива, но мне не приходится этим гордиться. Значит, Пресвятая Богородица отвернулась от меня. Меня, никчемной. Что мне делать? Мне, убившей мужа и обесчещенной разбойником, что мне делать?